Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер, и мы с вами играем, ребята, в Цифкрафта. В этой серии, как я и обещал в прошлой, буду заниматься, скорее всего, косметическим ремонтом коттеджей, потому что с коттеджами вообще полная задница творится, вы сами это видели. И сейчас я объясню, в чем фишка, как мы будем, что мы будем делать. Если попробовать сломать сам коттедж, например, стенку, то у нас ничего не получится, просто откатит. Тут, видите, откатывает. То есть, как бы сам коттедж мы ломать не можем, но мы можем его визуально убрать всякую грязь, которая появилась в результате бага. То есть, например, мы можем убрать этот glowstone, вот этот sandstone. Он баганул, поэтому его здесь не должно быть. Можем убрать эту траву. Нет, эта трава, значит, уже не лишняя. И glowstone, sandstone, что ли, не лишний? Вот этот sandstone лишний. Сюда нужно будет добавить, получается, травы. Верхняя трава, насколько я знаю, она лишняя. Ее можно убирать. Вот, но нижняя, видимо, нет. Да, вот видите, она ровно по стеклу идет, стекло, а потом трава. Значит, все правильно. Sandstone уже лишний, вместо него нужно будет поставить траву. Надо будет всем заняться, нужно будет сделать ножницы, либо на шелковое касание идти ломать траву таким способом. А давайте займемся с одним домом, чтобы если мы сожители посмотрели, ну то есть там газировка, электросерию, и они знали, чего же делать. То есть двери, в принципе, здесь нормально. Дальше, что у нас здесь неправильно стоит? Это санстоун, опять же, он здесь не должен стоять. Вот эти сундуки вроде бы не должны здесь стоять. Нет, сундуки должны стоять, да? Сундуки должны, дверь должна? Дверь не должна. Тут все лишнее. Это уже не лишнее. Хотя, нет, смотри-ка, лишнее, лишнее. Стекло тоже не должно быть здесь. Поэтому его мы тоже сломаем. За этой двери, по идее, здесь тоже не должно быть, поэтому я попробую сломать. Да, вот, пожалуйста, она ломается спокойненько. Чувак, не мешай. Так, сундуки, как я понял, тут должны стоять, поэтому их мы не сможем сломать никаким образом. Вот, и дальше. Вот это все-таки должно быть, кроме вот этого стекла. Его точно не должно быть. Здесь, видите, оно не визуально отличается от того, что здесь точно должно быть. Поэтому его можно убрать. Оно не будет регениться, и оно будет ломаться спокойно. Как вот этот вот glowstone. Как этот sandstone. Почему сегодня sandstone пытается назвать glowstone, боже мой. Так, а вот этот случай булыжничек не лишний? Нет, не лишний, видимо, так. Эта вещь. Да, это лишнее. Здесь, оказывается, и в этом доме есть кладовочка. Опять же, здесь это вот все вот лишнее, мы это убираем. Ломаем сэндстоун, все, и сундук здесь должен стоять, да. Вот так вот оно примерно идет, хотя вот эти вот книжные полки, я не знаю, они здесь должны быть. Нет, не должно быть, эти книжные полки тоже можно убрать. Также, как я понял, можно убрать эндер-сундук, но зачем его убирать, пусть стоит, в принципе, эндер-сундук лучше пусть будет лишний в доме. Так, ну это все, видимо, здесь таки было. Sandstone, естественно, мы убираем. Ну-ка, интересно, попробую забаговать. Не пускает все равно. Так, ну пожечь огонь можно будет потом. Но если так я накосячил, то уже не пожечь огонь, возможно. Ну ничего страшного. Главное, что мы это убрали. Ну, кстати, лишнее, не лишнее. И, видимо, так и должно быть. Так, на этом уже этаже почти мы все закончили. Осталось только вырубить вот эту вот дверь. Она здесь точно не нужна. Вот эту вот дверь. Это раньше здесь был туалет, насколько я помню. В том доме, в старом. Теперь, естественно, его здесь уже нет. И поэтому вот это вот все лишнее. Как и вот эти вот сундуки, кстати, тоже. Эти сундуки точно не должны стоять на ступеньках. Они, видимо, здесь стояли изначально в том доме. Мы их убираем. И поднимаемся наверх. Здесь лестница появится, потому что она здесь точно не лишняя. Вот сейчас такую байду придется делать с каждым домом, я так понял. И тем самым его, грубо говоря, ремонтировать после переезда. Потому что два дома соединились в один. А почему это произошло, сейчас объясню. Потому что он не учел культуру. У нас в культуре были нестандартные дома. Вот, в нашей цивилизации.
Вот. И теперь, когда все, грубо говоря, вайпанулось на один на мгновение, он не учел то, что у нас были скены для домов и сделал их по стандарту, то есть стандартными домами. И вот такая вот байда и получилась, ребята, по сути. Но я думаю, то, что так и было. На самом деле фиг его знает. Ну давайте вот точно книжные полки лишние. Вот эти вот не лишние, значит. Ну, это сундук лишний, он и проходит, стоит, это понятно. Это вот все не лишнее. Так и, в принципе, пол вот здесь на лестнице, который загораживает. Сундук тоже лишний, это все лишнее. Но, с другой стороны, мы можем получить на халяву кучу всяких ресурсов. Хотя, сложно за это все ресурсами, хотя вот глоустоун это довольно-таки неплохо. Не говорите мне, что вот здесь вот сюда вот таки должно было быть. И может быть, что книжные полки были поставлены таким дурацким образом. Кажется, серверак зависит из-за того, что так много ломал предметов. Надеюсь, меня сейчас не кикнут. То есть камин, в принципе, неплохо работает, но опять же, с инстолом-то придется убрать. Серверак полностью у меня повис, ребята, я не знаю. Можно я слишком много действий. Например, на территории пытался сделать, и он меня решил дропнуть. Да, давайте перезайдем. Давайте ли тайм-аут он не выдал. Видимо, сервер подумал, что я слишком много противоречивых действий пытаюсь сделать. И решил выплюнуть меня. Такое бывает иногда. Ну, я так-то очень много попыток пытался сломать приватные блоки, получается. Вот. Блин, давайте на паузу послушаю. А нет, смотри, все нормально, нормально. Зашло. Мне интересно, что вообще долго грузится. Вот. Ну ничего страшного. Сейчас на паузу поставлю, вернусь, когда уже смогу нормально зайти на сервак. Так, ну что ж, ребята, мы возвращаемся. Спустя только час я, наверное, смог зайти обратно. И это просто капец ужас какой. Так долго пришлось ждать. Нужно аккуратно ломать блоки. Те, которые не ломаются, лучше вообще не трогать. Потому что если меня опять выкинет на час, то я серию, наверное, запишу в следующий раз только к следующему году. Так, так и должно быть здесь, видимо... А, и там еще чердак, как я понял, здесь какой-то, да? Ну, я не знаю, можно ли туда упасть или нет. Вот это вот... этот сэндстоун тут должен стоять? Нет, вот здесь не должно быть, поэтому мы его уберем. Огонь в этот раз ломать не будем. Только сэндстоун из печки. Вот это вот тоже здесь не должно быть, скорее всего. Лично. Вот, видите, дом уже стал более-менее похож на... Ну, стал более-менее красивым. Вот, и похожим сам на себя. И вот так вот придется сделать с каждым домом. Вы представьте, с каждым домом нам сейчас предстоит вот такая вот работа. Незамысловатая, но при этом довольно-таки напряжная. То, что я опять же говорю, если сломаешь лишние блоки уже много раз, вот как бы те, которые не нужно ломать, то вот начнет тебя выкидывать сервера, и потом ты на него зайти еще не сможешь минут 30-40, как вот я сейчас не мог зайти. Так это вот, видимо, уже в интерьер входит. Мы не будем трогать, это меня. Опять отсюда таких нет, как я уже говорил несколько раз, потому что это вообще жесть. Я такой думаю, почему не заходят? На хайпиксель заходят, на майплекс заходят. Везде заходят, сюда не заходят просто. Ну, это, видимо, какая-то у них такая система защиты, я не знаю. Так, так и должно быть, да? Здесь какие-то таблички, видимо, были. Ладно, не будем их уже ломать, не будем испытывать судьбу. Так, тут тоже выход на... Ну вот и все, в принципе, вот этот дом мы закончили, да? В плане реставрации. Ну, еще, конечно, есть некоторые подкорректировки в уже самом доме, которые нужно будет сделать. А так, в принципе, все хорошо, ребята. Сейчас уже стало более-менее видно, что все получше теперь. Правда, этот эндерсундук здесь стоит. Если его выбить, он сломается или выпадет? У меня вот почему вопрос. Лол, просто 8 обсидиана дропнулось. Прикольно, теперь у нас будет дофига обсидиана халявного, если просто сломать такие сундуки. Так, ну и в принципе внешнюю реставрацию нужно будет провести домов, то есть внутреннюю я сделал, и вот этот дом уже более-менее смотрится прилично по сравнению с остальными, и это хорошо, то есть он вот внутри видно, что такого поноса нет, и все хорошо. То есть видно, что дом приличненький стал. Опять какой-то моб подземный ходит. Вот, а также к башне уже сделали дорожку. Вот дорожечка, сейчас пробегусь, покажу. Дорожечка, конечно, такая небольшая, кстати, тут... и пушечки лежат. Так и должно быть, кстати, нет? Видимо, да. Черепушки, горшочки, ну это, видимо, так и продумалось. Короче, здесь можно покупать хавчик у нас в городе, если будете пробегать через наш город или будете работать на наш город. Можете вот здесь вот покупать, ребят, еду. Вот, и сегодня я, наверное, построю банк.
Так как банк нам нужен, без банка будет... С банком будет очень... Будет намного проще, потому что не нужно будет бегать на... И погодите, я же уже вроде ставил строиться банк. Тьфу ты, ё-моё, я вроде ставил строиться банк. Да-да-да-да-да. Это же было как раз таки в прошлой серии. Точно. Или что я ставил строиться-то? Надо посмотреть. Вот что-то вот туда вот я строил, да? Да-да-да, вот-вот-вот-вот-вот. Это, кажется, банк готов. Я совсем про него забыл, ребят, представляете? Я совсем тут его с деревьями так обстроили, что, конечно, забудешь что-то. Так, вот, как видите, сейчас цены очень низкие в банке. Теперь давайте попробуем проапгрейдить. Кто он? Тон upgrade list. Так, вот, видите, у нас есть банк. Тон upgrade банк, я не знаю, пробовать. Так, upgrade банк level 2. А, нужно upgrade buy. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, сколько у нас денег? Кто он? Инфо. Надеюсь, много ты не потратили. Ох, уже 60 тысяч потратили. 8. 9 уже не. А, то есть вот максимум 8, да? Да, гол за 240. Айрон за 24. Да алмазы за 480, лол. Эмеральды за 600. Да ладно! Такой крутой банк, так, получается, тот банк, в котором мы все время продавали, был настолько хреновый, что вот этот вообще божественный банк просто стал. То есть я сейчас продаю вот эти алмазы в два раза дороже, чем я раньше продавал. Ребята, это вообще жесть. Реально, я раньше алмазы за 240 продавал, и эмеральды за 300 максимум. А теперь можно за 480 продавать, офигеть. Ну-ка, давайте посмотрим, может, еще можно банк прокачать, может, там что-то другое. Ба-лист. Банк еще можно прокачать, ребята, еще можно банк прокачать. Да ладно, апгрейд. Апгрейд лист банк. Банк интерст какой-то. Давайте его тоже прокачаем. Я не знаю, что это такое. Банк интерст 1. Что-то такое-то интересно. Что-то увеличивается. Ну давайте прокачаем до максимума. Почему бы нет? Давайте в банк качаем по фулу. Я хочу банк по фулу. А, повышая. На процент уменьшается. То есть. Теперь, когда мы будем продавать, у нас будет меньше браться, получается, процента, что ли. Или что-то я. Что-то я туплю, ребят, реально. Вот что-то я не понимаю. Вот. Надо это слово перевести в Google Translate, видите. Короче, ребята, это значит банковский процент. Вот что это значит. А, и все, больше для банка ничего у нас прокачивать нельзя. То есть банковский процент теперь у нас 1.5%, ребята. Это хорошо. Теперь у нас банк вкачан по полностью, то он инфо. Ой, прокачка для города появилась. Да ладно, мы можем наш город. Только не говорите мне, что тон. Так, лист. Таун. Да, за 250 тысяч можем стать городом. Давайте, ребята, смотрите, видите, какая у нас сейчас... У нас появится больше плиток, мы сможем построить больше коттеджей. И будет культура лучше расти. Давайте, ребят, быстрее прокачаем. Тон, апгрейд. Бай, сити. Все, Пермь со сити. Отлично, ребята, можно еще что-нибудь прокачать. Есть ли еще лист? Тон, где-то у меня там был, да. Больше нет. Так, ну и смотрите, инфо о городе. Тон, инфо. Таун инфо. Да, видите, ребята, теперь у нас 20 плит. Теперь у нас больше места для... У нас увеличилась территория. Блин, ребята, вообще класс. Город растет. Да, у нас теперь осталось мало денег из-за того, что я потратил почти всю сумму с города. Но смотрите, теперь у нас территория города должна была вырасти. Теперь у нас больше можно культуры город иметь. И также у нас теперь есть банк, хороший банк. Ребята, я вообще рад. У нас город начинает преображаться. Осталось только вот немножечко здесь и подправить. И вообще, вот Сивкрафт крутой режим, ребята, вообще классно. Мне нравится, вообще просто замечательный режимчик. Фух, и наш город становится намного, намного лучше, чем раньше. И наконец-то я могу с гордостью сказать, сейчас онлайн упал из-за того, что ушел с этого,
шутбовый сервак. Ну ничего, вырастет, онлайн вырастет. Я буду пиарить, как только могу, теперь, чтобы наши русские сюда заходили, развивались. Мы должны клоном СССР выиграть. Вот, нужно будет еще европейцев сюда подключать. Ну посмотрим, в общем, вообще идея Цифкрафта довольно-таки интересная, ребят. Но, к сожалению, что я на 2 недели уезжаю, поэтому всем будет заниматься в основном газировка. Вот Лилкас пришел. Вперед, как ты был. Что-то Лилкас с ламинями сидит, афакашит. Вот, ну да ладно. Лилкас, ты чё? Лилкас, го покажу охрененную вещь. Сейчас Лилкас узреет банк. А мы будем строить с вами, ребят, новые коттеджи. Это очень меня радует. Смотри на цены. Увидеть цены. 480 за алмаз, Лилкас, ты чё? Сейчас он поймёт, что это прогресс. Он так смотрит, что он там интересно пишет. Ну да ладно, напишет, что хочет. И них просто, ха-ха, вообще жесть, да? Я прокачал за 100к. Ладно, но эти 100к, они себя реально окупят. Вот. Ну что ж, ребята, в принципе, на этом все. Сейчас будем, наверное, без записи заниматься этими домами всеми, потому что, ну что, вы, в принципе, поняли, что мы будем примерно делать. Вот. И у нас появились новые места в городе. Кстати, да, из-за того, что город вырос... сейчас, кстати, по культуре, что у нас там? Культура, кстати, скоро я... культура у нас отнимется до 5 уровня, и, возможно, Хаппинс еще поднимется, и мы возьмем одного или двух человек, которые действительно активны. Маткова, например, уже точно можно будет взять. Вот. Ну что ж, а это все, ребята. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайк. Да, кто играет на сервере, ребята, вы можете купить дома. Наши вот эти вот коттеджи. Когда в них заходишь, ну, когда мы их тем более реставрируем, нужно будет покупать. Это тут уже дом Лилкаса, да, это дом Лилкаса. Видите, написано Овнит by Лилкас. А, вы не можете, тьфу, когда вы будете в городе, только сможете покупать дома, точно. Ой, зря обнадежил вас. Ну ладно, в общем, если мы возьмем у вас город, сможете купить у нас в городе дома. Вот, ну ладно, ребята, в принципе, это все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока, ребята.